Команда Абхаздеска рассказала о своем опыте реализации экологических инициатив и подвела итоги проекта «Спасем мир от мусора». В рамках проекта в Сухуми, в новом районе и на маяке, были установлены два вендинговых аппарата для сбора пластиковых бутылок, которые взамен пластиковой тары выдают порцию корма для бездомных животных. Такие аппараты стоят лишь в нескольких странах во всем мире, и мы теперь в списке этих стран, что, мне кажется, очень круто для имиджа международного Абхазии. То есть вы свободно можете гордиться тем, что у нас стоят эти уникальные аппараты, которые, помимо прочего, они сами себя обеспечивают электроэнергией, то есть они на солнечной батарее. Вот. И также они полностью там на абхазском языке, и когда вы опускаете в аппарат пластиковую бутылку, он благодарит вас на абхазском языке. Кроме того, Абхаздеск совместно с Государственным комитетом по делам молодежи и спорту провел первый в Абхазии массовый плоггинг-забег на пляже в Синопе. В нем приняли участие более 100 человек и собрали свыше 600 килограмм мусора. Обратная связь была очень хорошая. На самом деле все с большим удовольствием. Это было такое начало лета, и с большим удовольствием даже в жару все поучаствовали, увидели масштабы. Вот для меня, наверное, лично, если говорить, одним из самых важных, скажем, задач, которых мы выполнили в рамках данного конкретно мероприятия, это было вот именно показать, что всего, чуть озвучу статистику, кстати, мы можем к ней перейти, что за полтора часа в течение всего, там протяженность была всего 2-2,5 километра на пляже Киласур, то есть мы собрали 607 килограмм твердых отходов. Я думаю, что это колоссальная, колоссальная сумма, учитывая, что ну, ограниченное время все равно предполагает, что ты не так усердно этим занимаешься. То есть если да, еще возможность там весь день, я думаю, что там было бы и все тысячи килограмм и так далее. То есть масштабы сами говорят сами за себя. К сожалению, это вот меня внутренне и... Ну, как бы радостно, что собрали, но не радостно, что такие вот плачевные, да. То есть мы можем так воочию посмотреть, вот что творится даже на том же берегу, который должен быть, так как мы принимаем гостей чистым, аккуратным, опрятным, и мы там сами купаемся. Для меня участие было важно еще и потому, что это вот мой друг организовывал. Я раньше до знакомства с ним не сильно интересовалась темой экологии, если честно. И вот с его появлением в моей жизни все больше стало каких-то экопроектов. Я поддерживала его и как бы одновременно экопроекты. И вот мы собрали команду. Нас было очень мало. У нас было вот супер мало надежд на выигрыш. Но мы как-то так друг друга замотивировали и вместе бегали в жару, собирали. Другие акции в рамках экологической инициативы Абхаздеска – это проведение экологического фестиваля кино, создание арт-инсталляции из пластиковых крышек «Чайка», авторы – художницы Абща Хакба и Диана Хиндба, создание информационных видеоматериалов, проведение открытых панельных дискуссий на эко-тему. Инициатива Абхаздеска «Спасем мир от мусора» реализовывалась в рамках проекта программы развития ООН и Шведского агентства по международному развитию, повышение устойчивости населения к климатическим рискам. Элеонора Гилоян, Инала Гухава, Абаза ТВ.